Когда я был в Чечне, то чеченский мулла рассказал мне анекдот чеченский. Он говорит, приходит как-то к нашему верховному муфтию Кадырову, когда он был муфтием, чеченцы, говорят, что-то дождя нету, что делать, дождя нету. Он говорит, принесите в жертву барана. Они говорят, хорошо, принесли в жертву барана, дождя нету. А в Кабардино-Балкарии дождь идет там, а тут ни капли. Они опять идут к нему, ну что такое происходит? Вот в Кабардино-Балкарии дождь пошел, у нас нету, что делать? Надо тогда корову принести в жертву. Они пошли, взяли корову, принесли ее в жертву. Дождь идет в Осетии, такой ливень обрушился, в Чечне ни капли нету. Они приходят, говорят, уважаемый, скажи, ну почему? А он понял, в чем дело, он говорит, вы чего барана-то приносили в жертву? Да, ехали на машине через Кабардино-Балкарию, там баран какой-то бегал, мы его взяли. А корова откуда? Да, один джигит из Осетии забрал. Так весело получилось. Он говорит, надо было свое приносить жертву. Тогда бы действительно пошел бы дождь. Это вот чеченский анекдот.